Check the mic and make sure it sound right, boys. В Вене открыли пункт вакцинации в борделе. Первым посетителям бесплатно оказали получасовой курс профильных услуг. Последующим посетителям за прививку дают промокод со скидкой на услуги и товар в местном магазине. Посетителям женского пола выдают ваучеры на сумму в 40 евро, которые можно тут же и потратить. Это единственное заведение в Австрии, где можно привиться ночью. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.